Здорово, братва. Приехал я на станцию Монгонта. Идем за камбалы. Не знаю, что из этого получится. Должно получиться. Да, это первый раз мое такое экстремальное путешествие. Но хотя, сказать, погода у нас прекрасная. Рыбалка должна быть тоже такая же. Посмотрим, что из этого выйдет. Постараюсь запечатлеть все моменты. Ну и снимаю в первый раз зимой. Так что не судите строго. Речка Тумнин. Ну как, улыбнитесь, Валера, скажи что-нибудь. Ну, пришли. Что? Уже хорошо. Ага. А не пришли, тоже бы было бы неплохо. Оптимистический подход. Куда идем? Сейчас посмотрим, где там лишь кучкуется. Сейчас мы посмотрим на вторую точку. Ну что, на среднюю точку идем, Андрюх? Ну, куда надо? Я тоже думаю. Да. Красотка. На зелененькую, да, твою? Да. На самодельную. На зелененькую. Оп. Вот представляешь, да, крымчанин меня дальневосточника учит, как рыбачить. Ну ладно тебе. Ну а что, посмотри камеру, не скромничай. Все дело в хорошей наживке. Понятно. Так, смотрите, вот Пашуня камбалует. Да, бигфиш. Бигфиш камбалует, Тумнин не балует. Тихо, давай. Вот она, красотка. Покажи в кадр. Пашка, выше голову, веселее лицо. Да. Смотрите, палтусная камбала. Ну-ка, название правильное другое. Но все равно прикольно. Смотри, снасть на что. Снасть непонятная. На что? Снасть непонятная. Смотри на что, на креветку? Так, получается, нет, на червя. На морского червя. А, нет. На червяка. На червяка мелкая идет, блядь. Второй раз ловлю на червяка мелкую. На креветку крупнее, да? Да. Надо снимать нахуй червяка. Пизду. Ну-ка. Снимется. Показываем самую большую камбалу, которую мы сегодня поймали. Сколько? Спичный коробок? Да, ну спичный так будет. Так. Первая моя рыбалка. Пока не барабан. Так. Опа, клюет. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Опа. Я думал, новичкам везет. Оп. Да что ты будешь делать, а? Ну что такое? Нет, да. Ну, ну вот я таких. Потер крупняк. Вот мне скажите, такую я бы опустил. Она самая я бы взял. Нет, Паш, ты возьми. Она, знаешь, какая вкусная, да. Вот на сковородке как раз то, что у нас. Нас позовешь, мы подойдем. Понял, ладно. Все. Она так кидается в тебе. Да, что там, хвост убрал, голову убрал. На сковородку она поместится. Так. Как достать крючок? Открываем рот, под жабры. Разрываем. Все. Все. На морского червя. Было такое в том году. Уходить уже надо было. И уже все, смотал везде махалки. И вот, ну там посчитал до 10, до 12. Ну все. Нас вытаскивает, дернуло. Вытаскиваю. Толщина в 2 пальца. 4,2 килограмма. Экземпляр где-то хорошо лунки были. Так, все, иди отсюда. По диаметру. Как раз проходили. Ну да. Все хорошо. Лунки хорошие.
Я уже привык как бы как на Хапугу на Амуре. Так. Ну покажи заветную камбалу. Сейчас. Давно. Да. Вот. Ой-ю. Блин, я только отпустил. На головешку взяла креветку. Хорошая. Экземпляр такие, что десяток, больше ничего не надо. Да. То ли цепляется, то ли что направо. У тебя там что? Нарезка? Нарезка, пучок. И получается надо постоянно, да-то? Ну. Оп. Да. Опа! А? Ну, тоже вариант. Ну а что? Как там говорят, главное не бычок. В связи с сложившейся ситуацией, на данный момент люди, которые находятся по левую сторону от русла, ловят более удачливо в связи с тем, что под правой стороной более мелкая глубина, под правой более глубокая. Она пошла по второй струе, значит, она идет по глубине. Так. А по левой стороне, вот здесь, сейчас, если выжидать, может быть клюнуть, но тогда, когда будет отлив. Понимаешь? Угу. А сейчас по приливу надо перемещаться, то есть надо пробить еще дополнительные лунки и стать там, а потом перебежать одно обратное. Угу. Ну, таким способом. А справа? А справа сейчас... Вот люди работают, Андрюха. Конечно, трудятся, да. Но их все меньше и меньше. Шиза косит наши ряды. Так, получается, мы перемещаемся вот туда. Да. Все. Не понял, где? Паш, она не будет ждать. А где у нее лунка? Вон они такие плоские. У нее же плоский бур. Ага. Овальный бур. Так, возьми ее. На червя на твоего. А, твоя. Все. Ты же обещал, да? Да. Если ладно. Это этот бычок, который... Я его себе заберу. Смотри. Которого вы выпустили, придется его туда не выпускать. На, аккуратно. Это рыба камба. Ё-моё. Ну ты в камеру хоть посмотри. Паха, подожди, тут такой... Ну в камеру хоть посмотри. Такой процесс. Вот уже. Где-то здесь. Опа. Боюсь, что крючки не оторвало, бля.
уровень. Ну, смотри, как сопротивляется. Дальше достанешь такую маленькую. Вон она. Харя, смотри, торчит. Давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Пропажа. Малышка, ты чё? Смотри, вниз идет. Это нормально. Чё за кит? Готово. Долго сопротивлялась. Вот она. Пойдет? Отлично. Прям сковородочно. Ладно, не будем. Давай так. Гуман, отдай ты всем. Красавец. Он заглотил, а что мы делаем? Оперировать пошел. Еще крючок. И он. И все на креветку, да? На креветку. Так, это кто у нас? Морской налим. Так, по удочке не ходи. Подожди, куда? Пришел? Это морской налим. Офигеть. Это морской налим. А потом, короче, ну, морской червь. Помяли потом тебя. А помнишь, пасту был? Ты поймал одну? Да, видел? Прикалывайтесь, прикалывайтесь.